Так, ну и все, наверное. А что-то придется поставить пока из 2.3 на следующий рейтинг. Я думаю, что это штук будет, кстати. На штуки пойдем. Или вот этот танк поставим. Еще один средний. ПЗ-4 F1. Но он идет в рейтинге, хоть он второй ранг, но он рейтинг 2.3. Посмотрим. В общем, там будем решать уже по месту. Сначала, в любом случае, перед стримом я постараюсь прокачать все модификации. Посмотрите, модификации здесь у меня все прокачаны. То есть я стараюсь перед стримом вам подготовить, собственно, да, все танки. Вот у нас штук. Он на фугасах играет. А, нет, на кумулятивные снаряды. Ну и фугас у него 3 штуки на всякий случай. Так, поехали. Наливайте чаек, кофеек. Хорошего вам дня. Отдыхаем в War Thunder. Сложная игруха для новичка, реально. Я пока разобрался. Это просто жесть. И то я еще здесь даже не знаю половины нюансов. Так, у нас царь горы. Собственно, бой за одну точку в центре. Заброшенный завод. Пойду на штуги сразу, потому что на штуги проблема потом позицию выставить. Так что я обычно горю на штуги сначала, потом уже выпускаю что-то другое. Поставил 30 кумулятивных снарядов. Бывает, с точки хорошей стоишь, не хватает. 30 вроде оптимально. Куда, куда ты поехал? Куда, куда ты поехал? Есть вообще блатные с нами танки, которые не просто за донат, а за двойной донат. Нужно купить валюту Гайджин. Не золото, а валюта именно Гайджин. Монета Гайджин. И... Так, ну что, здесь сейчас будет просто жуткий замес. Чем дальше играешь, тем разнообразнее карты. Ё-моё. Там уже на точке А кто-то есть. Пожалуй, немножко подожду. Наши подтянулись. А здесь все разрушаемо. Вот я сейчас долбанул цистерну. Танк тоже сожгли. А, вот там уголок его торчит из-за здания. Ребята сожгли его. Так, слева 2 средних. Еще что-то не видно. В общем, мало и вперед я пошел. Сыкотно, но я поеду. Наши к точке не заходят. А, здесь открытое пространство. Твою ж ты, блин, ядрен батон. Это ж танк стоит на точке. Он еще стреляет в меня, блин. Ну как? Башню развернул. Задолбался, честно говоря, его убивать. Так, сейчас они полезут. За цистерной прятаться не вариант, кстати. Я ни хрена не вижу, вот это жесть. Вот понесся маленький. Понесся маленький. На! Блин, он меня бортом развернул. Убил я его. Блин, я один на точке воюю. Где все мои пацаны? Чё за херня, блин? Еще один убил. Надо отходить. Точка наша.
Нихер мне здесь больше делать. Задняя передача. Уходим, 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 уходим. Один наш подтянулся, блин, сюда. Так, отлично. Еще начали бомбить меня здесь. Четко сыграл штук сейчас. Взял точку. Спалил три танка. Красиво. Сейчас фланга поработаем. Бережно и аккуратно. Так, 16 кумулятивных снарядов. Можно было бы на точке постоять. Пополнить боекомплект. Нет! Я убил его, кстати. Ремонт. Мы одновременно выстрелили. Он мне захерачил гусеницу, а я ему под башню положил кумулятив. Убил. Справа противник. Прям справа. Помогай, братишка, помогай. Огонь. Убит. Вообще отлично штук играет, мне нравится. Просто красавчик, блин. Вот эта техника. Но на нем нужно приловчиться. Еще один. Не стреляет, нет, повредил я его. Еще выстрел. Долгая перезарядка стала. Еще один танк убил. Ремонт. Рано ремонтируюсь, не надо было. Но могу вести бой. Огонь. По башне. Огонь. Под башню. Так, в маску орудия. Блин, когда ж ты сдохнешь-то, блин? А у меня пулемета нет. Я хотел с пулемета пострелять. Задолбал этот челюб, честно говоря. Я не могу двинуться, у меня перебиты все гусеницы. Мехвод убит у меня. Как же тебя убить-то, а? Фу, убил я его, ребят, ремонт. Невероятно, просто невероятная отыгровка сейчас у нас на штуге идет. Вообще отличная просто, офигенный бой. Я в восторге. Че, я выжил на позиции, у меня экипаж почти весь полег. А, подождите, равно. Можно же добавить? Да. Сейчас на самокате приедет у нас из экипажа кто-нибудь и займет место мехвода. Сейчас подъедет. Сейчас, вот он едет, видите, у нас шкала заполняется на самокате или на велосипеде, не знаю, на чем он там катит, короче. Наша победа, ну, он просто красавчик. Вот у нас приехал один. Все? У нас полный экипаж, свеженький мехвод, значит. Только что из Макдака приехал на самокате, братву, братве бургеры привез. Можно дальше воевать. Слева противник, диагональ должен выпить. Так, если у меня три кумулятива, надо встать на точку, пополнять боекомплект. Слева, если выкатится, мне абзац. Так, есть снаряд. Есть еще снаряд. А ну-ка я сюда подъеду. Это не могут пойти. Так, ну еще парочку снарядов и пойдем в бой. Наши все увлеченно рванули вперед. Не торопитесь, пацаны. За спокойное действие. Там с угла встречают. Интересно, вот эти трубы, они разрушаемы или нет? Вопрос, конечно, интересный. Так, а где ж тут был средний танк? Вот этот его, походу, испалили. Кстати, своим разрывом, блин, боекомплект, он мне нанес повреждения. То есть мы уже атакуем респаун. Уцелевший, ё-моё, ребят, вот это медаль. Весь бой на штуге вообще просто улет на улет.
Будем считать, что в принципе штук я освоил. А дальше штуки там вообще прикольные пойдут. Бронирую. На этот, кстати, картонный штук достаточно. Он горит, ну, бодро. Эпичный топ-1, ребят, взяли. У нас топ-1 впервые на стриме, блин. Ёперный ты театр. Вот так вот чётенько мы с вами сыграли. Целая куча медалей, смотрите. Двойной удар, да? Мы сделали двойной удар. Посмотрите, на штуке я делал тройной удар. Есть шортс, я выкладывал. Проскочил я там. Удары с тени мы троих сложили. Спасатель танков, мститель... За что мститель, непонятно, меня же не убили, как бы. Так, перехватил захват базы противником. Без промаха двоих. Несокрушимый, ну да, по мне стреляли много. И профессионал. Слушайте, награда профессионал на 3, наверное, редкая. Я так думаю, потому что я ее вижу впервые. Награда за уничтожение 5 единиц вражеской техники без потери своей. Не более 7. Во, прикиньте, профессионала взяли, охренеть. И... уцелевший. Не потерял ни одной единицы техники в бою. Вообще вещь. Так, ну что, погнали дальше.